Пустынные кланы были взбешены убийством их посла. Они отказались помочь нацистам найти французских партизан. Это сигареты. Небольшая победа приближает союзников к полному триумфу. Что-то я не видел их здесь. Мы далеко от линии фронта, но все мы сражаемся в одной войне. Сейчас дирижабль стоит на складе снабжения немцев в Роял-Паласе, чтобы принять на борт неприкосновенные запасы для африканского корпуса. Самолет? Кажется, они отчаялись. А теперь представь их отчаяние, когда мы уничтожим их цепелин с запасом топлива и боеприпасов, складированных в Паласе. Меня тошнит от нацистов. Скоро жара дойдет сюда. Чтобы загорелся настоящий огонь, не нужно, покажем им, что к чему. Прошу прощения. Должен остаться внутри.
Покорность – отличительная черта хорошего гражданина. Акты гражданского неповиновения будут пресекаться. Кажется, я справлюсь.